Короче, я недавно подумал тут, что давно мы не фишковали в группе. Ну, в смысле, при записи первого сингла, как мы его называем, это у нас песня «Несу руку в огонь», мы там записывали в проигрыше тарелку, ну, из которой едят. Это было весело, это было здорово, и с тех пор мы давно ничего такого не делали. И я придумал новую классную штуку, которую нужно разработать и внедрить. Это называется соло на губах. Будет оно выглядеть примерно вот так. По-моему, вообще классно.